Готовы, тигры? Отрепетируем грандиозный финал нашего номера. Наверх, Софи. Софи, ты нас слышишь? Эй! Софи! Очнись! Софи, мы доучились, поздравляем! Жаль, что ты пропустила выпускной. Софи, я скоро стану мамой, а я получу степень магистра. О, Софи, ты бы видела мою малышку? Да, она очень милая. Продавайте акции сейчас же! С днем рождения, Софи! Что? Где я? Что с ними? А что со мной? Софи, это моя дочь и муж, знакомься. О, на кухне что-то горит. Привет, мелкая, пожмем руки. Попалась на мой пранк. Что, не смешно? Ну, как хочешь. Лузер! Сама такая. О, Нил, это ты! Привет, мой краш! Что? Ты кто? Я Софи, твоя любовь, помнишь? Нил, ты лучший парень на свете! Хочешь укусить мое мороженое? О, давай! Класс. Спасибо. Дорогая, кто это и почему она на меня так смотрит? Это же Софи. А Нил теперь мой муж. Что? Но как же мы? Я даже сделала тату в твою честь. Я люблю Нила. А, да, круть. Я помню, я тоже люблю Нила. О, я сам от себя в восторге. Мое сердце разбито. Ну все, Нил, можешь забыть про меня. Я покажу тебе, кого ты потерял. Чем ярче одежда, тем круче месть. Нет. О, вот то, что нужно. Берегись, Нил. Какой приятный вечер! Тост за нашу дружбу сквозь года! Приветики! О нет, здесь все с кавалерами! Мне срочно нужен парень, чтобы Нил ревновал! О, вот ты подойдешь! Идем со мной! Девчонки, как вам мой новый парень? Мы недавно познакомились, но уже ходим за руки! Что? Она в своем уме? Сколько лет этому бедняге? Тетя, можно я пойду домой? А-а-а, паук! Мам, помоги! Джаспер? Идем, милый. Больше не приближайтесь к моему ребенку. Ха-ха! Ну ты даешь, Софи. Какое безобразие! Пенсия на горизонте, и она туда же. Софи, не слушай их. Не расстраивайся, Софи, ты просто еще не привыкла. Ну вы дураки, парни. Софи, подожди. Я так устала от своей работы. Я так тебя понимаю. Мне нужен отдых от моих детей и семьи. Спокойно посидеть на пляже, и чтобы никто не баловался. Точно. Ля-ля-ля-ля! А чего вы такие грустные, девчонки? Пойдем купаться и плескаться. Посторонись, я первая в воду! О, Нил! Упс! Что это было? Годзилла? Расслабься, дорогая, пусть ребенок повеселится. Юху, девчонки, я тут! Веселись, детка, и не заплывай за буйки. Мне нужно больше кофе. О, вот удобная досточка. Я сделаю свой фирменный Софи-сэндвич.
что? Мой планшет. Откуда здесь йогурт? Софи! Ты не видела, кто это сделал? Я? Нет, точно не я. Может, снова енот залез? Ну да, конечно! О, привет, ты славный! Хочешь конфетку? Нет, спасибо. Может, сходим на свидание? Что? Убери свои руки! Ауч, сумасшедшая! Зачем кусаться? Оу, это за мной! Девчонки, привет, я тут! Хорошо, что вы пришли. Софи, ты за решеткой? Какой ужас! Будь сильнее, Керри! Как я рада вас видеть! Извините, я больше не буду никого кусать! Не раскисай! Эй, где она? Бу! Ну что, идем домой? И не пугай нас больше! Девчонки, как я накрасилась! Что? Нет, мы возьмем дело в свои руки! Не двигайся, Софи! Тебе понравится! Вау, девчонки! Ну как мне идет? Ты просто красавица, Софи! А какие высокие каблуки! Ты наша гордость! Сейчас я как встану! О-о-о-о-о! О нет, Софи! Я в порядке, все хорошо! Девчонки, смотрите, конкурс чирлидеров! Вот что нам нужно! Мы же так и не победили тогда! Нет, Софи, ни за что! Это плохая идея! Ну, пожалуйста! Мы больше в этом не участвуем! Аккуратнее, Софи! Да, они пришли! Я с вами, юху! Софи, нет, нет, нет! Софи, лови! Вперед, тигры! Ауч! О нет, Софи! Софи, ты пришла в себя! Наконец-то! Показатели в норме! Поздравляю! Далеко собралась? Упс, у тебя из рюкзака что-то выпало. Неудачница. Она снова меня обижает. Сестренка, что случилось? Расстроилась из-за какой-то глупой бумажки? Это мелочи, не обращай внимания. Это больше, чем одна бумажка. Много бумажек, ну и что? Забудь об этом. Эй, Мейделин! Проснись. О нет, сестренка, что же делать? Я должен привести тебя в чувство. Мейделин, пора вставать. Нет. Значит, нужен будильник побольше. Просыпайся. Бесполезно. Ну ладно, испробую хлопушку. Та-да! Снова ничего. Выхода нет, пора принимать экстренные меры. Скальпель такой опасный. Упс. О нет, я перевернул капельницу. Нужно подключить все как было. И какая капельница нужна? Не имею представления.
Мейделин, все будет хорошо. Брат о тебе позаботится. Я вернулась! С возвращением! Чет, какой приятный сюрприз! Скорее поправляйся! Спасибо, братишка! Пожалуйста, Мейделин, я задыхаюсь! Ну, у тебя и объятия! Прости, я не хотела! Я знаю, мне пора, дай 5! Неожиданно! Я дома, ура! Эй! Мейделин! Привет! Ты проделала дыру в кровати? Испытаем твою новую сверхсилу. Для начала пробей доску кулаком, вот так. А ты смешной. Эксперимент начинается. Ладно, попробую. Удар! Ты это сделала. Я в отличной форме. Будем тренировать точность удара. Суперсила есть. Итак, бей. Как скажешь. Ну как? Получилось. Чед, мы пришли. Вау, всегда мечтал побывать в этом музее. Чед, не так быстро. Вход стоит $100. Сколько? Знаешь, у меня есть одна идея. Отправляемся на крышу. Отлично, отсюда видно всю выставку. Посмотри, вау, яйцо Фаберже. Дай мне посмотреть. Прости, у меня только один бинокль. Ладно, попробую приглядеться. Упс, Мейделин, что это было? Что это? Вы! Стоять! Ой, бежим скорее! И кто придумал скорлупки у фисташек? Бессмысленная штука. Чет, ты не поверишь, у меня есть новая суперсила. Какая? Сейчас покажу. Вау, это ты сделала? Ультразвуком? Я? Потрясающе! Глупая скорлупка. Сестренка, откроешь для меня эту фисташку ультразвуком? Конечно! Ты разбила тарелку. Это такие мелочи. Но фисташка осталась целой. У меня день рождения, и это мой именинный ТикТок. С днем рождения! Задувай свечи и загадывай желание. Загадала. Да уж, это желание точно сбудется. Ребята, а какую суперсилу хотели бы вы? Напишите в комментариях. Мейделин, лови мяч! Отбивай! Лови! О нет, Мейделин! Ты как? Порядок. Давай играть дальше. Прости. Твоя подача. Лови! Упс, не рассчитала силы. Придется подождать. Ты выиграла. Мейделин! О, нет! Сестренка, ты проснулась? Нет. Чет? Мейделин, наконец-то! Вот, попей воды! Не могу открыть бутылку. Странно, а как же твоя сила? Проверим суперзрение. Его больше нет. Жаль. А может, ультразвук? Ничего. Ну ладно, нет так нет. Давай, братишка, бей! Отличный удар! Привет! Спрячь меня, я ее боюсь! Вот, держи, я уже смирилась. Не делай этого! Просто наклей на спину и покончим с этим. Ну ладно. Лузер! Ну, привет! Я сестру в обиду не дам!
Ну и кто здесь лузер? Умница, сестренка. Нам пора. А мог бы играть сейчас с друзьями в баскетбол. Это не сестра, а наказание. Поиграй со мной. Я сейчас с ума сойду. Ну кто там еще? Привет. О, купите печенье. Пока. Я хочу печенье. Это мой шанс. Заходи. Назначаю тебя няней. Присмотришь за моей сестрой, поиграешь в куклы. Я скоро вернусь. Куклой не отделаешься. Ладно, я заплачу. Пока. Мы отлично поиграем. Это на сладости, а это на сладости. О, нет! Мейделин, она исчезла! Здесь ее нет! И в шкафу никого. Под кроватью пусто. Алло, не отвечает. Ребята, я уже здесь. Теперь не отставай. Еще раз. Бесполезно. Я дома. Никого нет? Вот и славно. Можно посмотреть телевизор. Мейделин пропала. Я на это не куплюсь. Экстренное сообщение. Разыскивается девочка. Зовут Мейделин. Она и правда пропала. Чего ты ждешь? Ее нужно найти. Поищем у бассейна. Мэй, я пить хочу. Я пока расклею объявление. Этот чет такой смешной. Постоянно теряет сестру. Смотрите, это он. Кто? Чет. Чет. Дети, вам чего? На помощь! Я вернулась! Чет, ты где? Спасите кто-нибудь! Смотри, что я нашла! Как найти пропавшего человека? Инструкция! Правило первое. Чтобы найти пропавшего, нужно думать, как он. Но что это значит? Я знаю! Очень вкусный чай, согласна. Отменный купаж. Думаешь, поможет? Прости. Прочитаем правило 2. Ищите улики. Исследуем ее комнату. Я знаю, нам нужен ее дневник. Нашла. Поищем подсказки здесь. Отличная идея. Мейделин нарисовала нашу семью. Мама, папа, а где я? Вот же ты, даже стрелочка есть. Теперь я вижу. А это что? Ее секретное место. Она должна быть там. Отличная мысль. Вперед! Здесь и правда здорово. Смотри, там есть проход в пещеру. Я весь вымок. У тебя был зонтик? Я же скаут. Здесь какая-то кнопка. И что она делает? Ничего. Нажми сильнее. Сильнее некуда. Но зачем она здесь? Дружище, ты не видел мою сестру? Нет?
Может, твой друг ее видел? Тоже нет. Прачечная. Мейделин может быть здесь. Осмотрю все. Сестренка, ты здесь? О, нет, Мейделин. Это просто одежда. Что за шутки? Кто-то звонит. Мейделин, где ты? Чед, я на Северном полюсе. Здесь ужасно холодно. Спаси меня! Сестренка, мы тебя спасем. Поторопитесь. Чед такой наивный, верит всему. А я пока поиграю. Детка, ты не знаешь, где твой брат? Не знаю. Она пошла за мороженым. Ого, придется выстоять всю очередь. Приятного аппетита. Следующий. Наконец-то. Привет, ты видел эту девочку? Не припомню. А, я понял. Нужно заплатить, чтобы получить информацию. Это вам? Нет-нет. О, ясно. Нужно заплатить больше. Вот еще шарик. Окей. Ладно, держите. Прошу. Хорошо. Больше денег. Больше мороженого. Это все, что у меня есть. Ну ладно. Говорите, где сестра? Упс, деньги закончились. Как и мой рабочий день. Эй! Ну, хоть мороженое осталось. Серьезно? Не мой день. Я их знаю. Это подружки сестры. Привет. Вы видели Венди? Она скоро придет. Отлично. Я подожду ее здесь, если можно. Спасибо. Что-то день рождения не особо веселый. Эти дети не умеют себя развлекать. Идея. Да, устроим кукольное чаепитие. Это для малышей. Ну ладно. Я знаю. Устроим салон красоты. Ура! Даже не думайте. Нет! Венди, где же ты? Когда же Венди наконец придет? Думаю, скоро. Вперед, Чед! Из него вышла отличная лошадь. Теперь моя очередь. Пожалуйста. Ладно. Но! Когда же Венди наконец придет? Не знаю. Именинный торт. Спасибо, мама. Веселитесь. Торт. Это я люблю. Но к чему такая спешка? Битва едой. Ура! Нет! За что? А торт вкусный. Где же Венди? Не знаю. Ее должен был привести старший брат. Что? Ясно. Я пойду. Венди! Венди! Кто-то чихнул. Может, она? Там лодка! Включаю рентгеновское зрение. Сканирование. Это она. Скорее выбирайся оттуда. Странно, никого. О, нет! На помощь!
Пропала младшая сестра. Кто-нибудь ее видел? Что? Венди, как ты туда попала? Я тебя спасу. Подожди. Сколько здесь одежды? Венди, где же ты? Ты зачем раскидал мои вещи? Прошу прощения. Венди, отзовись. Венди! Заколка. Точно как у сестры. Венди, я найду тебя. Вперед на поиски. Здесь что-то есть. Меня ничего не остановит. Нашел! Чемодан, набитый деньгами. Мне нужен не ты, а моя сестра. Помогите, у меня нет дома. Сегодня не мой день. Вау! Спасибо, Вселенная! Я богат! Венди, ты дома? Здесь нет. О, классные очки. Не то. А здесь? Тоже нет. Я эту рубашку давно искал. Стоп. Я поищу сестру. Венди, ты здесь? Дома ее нет. Похоже, я задремала. Что здесь произошло? Где мой идеальный порядок? Чет! Кто-то прячется в кустах. Венди! Это не Венди! Спасите! Пчелы атакуют! Стоп! Может, поможете? Вы видели мою младшую сестру? Нет? Жаль. Счастливо! И где она может быть? Венди! Прости, обознался. Сейчас я все выясню. Кто-то звонит. Мама! Привет! Чет, милый, как дела? Все отлично. Вы домой заходили? Нет. Нет. Ладно. А где Венди? Венди? Вот она. Что у нее с лицом? Мороженым перемазалась. О, Венди. К ужину вернитесь. Пока, мам. Фух. Мне пора. Пропала сестра. Венди! Все пропало. Мне ее не найти. Вы видели эту девочку? Вот она. Сестренка! Почему ты меня не дождалась? Я просто заряжала планшет. Серьезно? Ясно. Идем домой. Как вы погуляли, дети? Рассказать, как мы погуляли? Сейчас расскажу. Чет!
Я сама расскажу. Мы замечательно провели время. Чего мы только не делали. Мне понравилось. Как чудесно. Проголодались? На кухне ждут кексики. Кексики! Ура!